Всем привет, вы на канале GameDop. Сегодня у нас видео по игре Champion Legion. Давно не было видео, потому что я поставил себе планы по каждому герою хотя бы по одному видео отснять. И как бы, чтобы видео по герою отснять, как я им играю, нужно хотя бы им играть научиться. Я решил поиграть за героя Ниван. Почему именно он? Потому что это маг, а за мага у меня прокачанные руны. Сейчас играть буду только магами, потому что руны на физы урон у меня не прокачаны. Данный маг мне вообще не понравился, потому что у него написано сильный маг урон, но нифига там сильного маг урона я не заметил. В той самой Веноне уроны то больше, и там скиллами гораздо проще попадать, особенно ультой, там ульта автонаводная. Здесь как бы ульта бьет далеко, но она по такой тоненькой полоске бьет, и этой тоненькой полоске вообще фиг когда попадешь. Атакующий скилл и скилл, который подбрасывает, он бьет недалеко, из-за этого, допустим, стоять на лайне против Аборы или против Веноны сложно, потому что у них скиллы почти в два раза дальше бьют, чем скиллы в этого героя. Вот, можно посмотреть, какие шмотки я ему поставил, все на маг урон по максимуму. Также можно посмотреть руны, мах урон, мах пробивания, перезарядка скиллов, мах вампиризм и скорость передвижения. Все, нажал поиск матча, быстро нашлось, это хорошо. Попробуем не опозориться. Заклятие я беру вспышка, чтобы можно было хоть как-то свою жопу спасти. Он дико-дико мягкий, его легко поймать, легко убить. Бывали игры, когда я этим героем мог нормально отыграть, но это было редко очень. За команду противников я вижу, такой же герой играет. Наверное, он тоже пойдет по миду. Сейчас проверим. Да-да-да-да-да. Вот он. Наша команда даблкил взяла. Триплкил. Троих убили. Ничего себе. Еще убили кого-то. 4-0. Такое чувство, что боты, но здесь уже не маленькие рейтинги. Я думаю, на таких маленьких рейтингах боты не должны уже быть. Короче, это боты, потому что это нереально так плохо играть. Сейчас по-быстрому выигрываю и начинаем следующую катку, потому что это не игра. Это даже не интересно. Все, снесли базу. Очень странно, потому что мне боты на золоте вообще ни разу не попадались. Да и на серебре почти не попадались никогда. Следующая игра уже загрузилась. Так, Венона тоже по миду идет. Ну нормально, постоим вдвоем на миду. Она оглушает, я подкидываю. У нас два контроля. Все очень хорошо. Ого, втроем на миду. Тут уже точно не боты. Давай, давай. Красавчики, красавчики, ребята. Я даже килл взял. Отлично. Прибежали, мид загангали. Двоих убили. Давай, давай. Инвиз пошел. Вот скилл короткий, не достает. Скилл не достает. Под вышкой душим. Промазал. Блин, промазал. Чувак, спасайся. Блин, сдох. Если бы я попал, а я ж косой, как обычно, то он бы не сдох. Ну, пока что мы доминируем. 4-1. Так, чуть меня не загангали. Хорошо, что Венона ульту не прожала. А то бы мало не показалось. Я убил врага? Ух ты. Ух ты, да? Скилл в откате. Опа-на, опа-на, она ультует. Наверное, нужно идти на базу. Не хочу рисковать. А регена хп у меня нету. Пойду помогу на низ. Там что-то два чувака обнаглело. Нужно нашему помочь.
Ой-ой-ой-ой-ой. Я еле выжил. Я опять на базу, получается, да? Да. Откуда они взялись? Тупо них не было никого, и они перед носом вылетели. И четверых бы это убили, засранцы. Я же говорю, герой вообще полная вата. Контроль неудобный, нужно себе под ноги кидать. Пока кидаешь его под ноги, ты останавливаешься, тебя спокойно догоняют и убивают. 10-й левела, а я 7-й левел. Все, я на базу. Я 2 плюхи получил, я на базу. Плюхи вылетают из-за карты. Я даже не вижу чувака, кто эти скиллы кастует на меня. Ну хоть так. И то хорошо. Не я, конечно, но я хоть немножко помог. Дичь, просто дичь. Разрывает вообще в говно. Просто в говно разрывают. Ужас. Если раньше я говорил, что Винонной мне играть неудобно, то я беру свои слова обратно. У Винонной стан, автокаст идет. Целиться не нужно. Первый скилл бьет далеко-далеко. Ульта тоже. Никакого контроля не нужно. То этим героям нужно и первым скиллом попасть, и вторым скиллом попасть, и третьим скиллом попасть. А на мобилке это сделать вообще неудобно. Все, у меня опять хп нету. Просто пипец. Я этим героем с базы вообще не вылажу. Так, ладно, тряпка, соберись. Не ной! Вообще, у них знаю, что тут делать. Не прокастоваться ничего не могу. Все в никуда идет. Просто в никуда. Еще и саппорт ихний сало вешает. Подходишь и скиллы прожать не можешь. А если не подойдешь, не убьешь, потому что скиллы бьются очень недалеко. За спиной же ее чувак. Ну ты слепой или чё? Чё-то все плохо с тобой. Карту вообще не смотрит. Видно же было, что вино на тебя обходило. Надо было отходить. Я слишком часто слышу слова. Союзник убит, союзник убит, союзник убит, союзник убит. Вообще ульта в никуда, просто в никуда. Если я подхожу на расстояние выстрела своих скиллов, то меня сразу в контроль и я сразу умираю. Куда ты, блядь, ультуешь, сука? Тупо герой, блядь. 11 смертей, 9 смертей, 8 смертей. Они просто по КД бегают и дохнут, просто дохнут и дохнут. Шикарная пати просто попалась. Великолепно. Вообще ужасно неудобный герой. Надеюсь, я им больше играть не буду. Спасибо за внимание. Всем пока.